полотенце, вот, ну, ничего ж такого особенного. Вот, Волочкова, в полотенце, да что ж такое, почему? Ну, не знаю, вот не даю я людям покоя, понимаете, но вызывает интерес моя личность, я понимаю, что, ну, вы знаете, мне это даже как льстит, потому что я знаю, что даже взять там какие-то мои мальдивские фотографии в купальниках, когда, знаете, разные и звезды шоу-бизнеса, известные люди, неизвестные, выставляют себя в разных видах, причем со страшенными фигурами, и обнаженными, это в администрацию, все могут делать все, что угодно, и никто не обратит на это внимания. А Волочкова на пляже, да, в мини-купальнике, потому что мне позволяет эту фигуру, это сенсация, это уже стриптиз. Но я к этому привыкла и прекрасно понимаю, что могла бы я ориентироваться на мнение людей, да, но я не буду этого делать, потому что у меня своя жизнь, я живу свободно, легко и живу так, как мне это нравится. Я никому ничего не обязана, я живу открыто. Почему я и выставляю в своих постах все фотографии, те, которые я считаю нужным. И у меня позволяет форма и тело вот действительно показывать свои формы и призывать всех вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, растяжку развивать. Поэтому, ну, может быть, просто, ну, не провоцировать там в какой-то... Не провоцировать, ну, знаете, хейтеров, для этого, да, мне нужно тогда надеть паранджу. И то, я думаю, что и в ней я буду выглядеть настолько сексуальной, что это будет будоражить общественность. Но на Мальдивах я предпочитаю купаться в купальнике, а не в пальто. Не надо, там слюнять, ничего там поёт. Чё хочешь в таком виде? Чё, ничего, деревня. Оденься, пойди нормально. В город в столицу приехал, тут вот эти писатели, журналисты ходят. Давай. Оденься поприличнее, приоденься. Мое любимое платье, давай. Ты хватит глазки щурить, иди давай. Ну вот. Вот, другое дело, молодец, умеешь же. Мое любимое, я его. У него сыграет кладбище, познакомился, ну, кладбище. В каких вы все-таки отношениях с нашим Сергеем Астаховым? То есть вот та передача «Семейный альбом», она была такая, как бы, ну, промо-спектакля, или же все-таки... Ну, вы знаете, я вам скажу так, когда творческие люди вместе встречаются и начинают работать, то, безусловно, отношения возникают, и отношения, и романтики, и близости, и каких-то вот таких моментов, которые... И спасибо огромное, дорогая, которые сближают людей, потому что если нет эмоций друг между другом, то, поверьте, это замечает зритель, и здесь уже такую эмоцию не набираешь, поэтому... Конечно, у нас с ним такие прекрасные отношения. Вы его, кстати, с днем рождения поздравили? У него позавчера был. Я знаю, что был позавчера день рождения. Мы все его поздравили.